Всем огромный привет! Сегодня у меня в мастерской будет обзор, но не станка, либо инструмента, а очень нужного и полезного устройства для мастерской. Ну, в общем, не буду медлить, а приступлю к распаковке. Поехали! Поставляется данное устройство вот в такой вот коробке размером 69-59 на 48 сантиметров и весом около 27 килограмм. Итак, в коробке у нас пульт управления, руководство по эксплуатации и батарейки. И вот такой вот красный корпус самого устройства. Комплектующие были также в коробке. Тут, я так понял, ножки. Дальше вот такие вот кольца с резьбой, уголочки с гайками и шайбами. В общем, все это дело для крепления устройства. Друзья, давно хотел себе приобрести, и наконец у меня это получилось. В общем, это система фильтрации воздуха JB-AF25A. Она предназначена для очистки воздуха в мастерских, гаражах и других помещениях, где происходит загрязнение пылью. А сейчас, особенно в зимний период, когда придется работать в закрытой мастерской, особенно болгаркой, где очень много абразива будет в воздухе, то она просто необходима. В ней предусмотрено три режима производительности: 945, 1193 и 1774 кубических метра в час. Еще предусмотрено два основных режима: ручной и программируемый, по таймеру с помощью пульта дистанционного управления для очистки помещения в нерабочее время. Фильтрация в этой системе двухступенчатая. Наружный электростатический фильтр 5 микрон, задерживающий большую часть загрязнений. И внутренний фильтр 1 микрон, задерживающий более мелкие фракции загрязнений. Монтаж установки производится на высоте не менее 2 метров от пола, на опору, выдерживающей не менее 40 кг статической нагрузки. Что касается характеристик, мощность двигателя, который он потребляет, 1,1 кВт. Номинальное напряжение 230 вольт. Уровень шума 63, 66 и 68 дБ на самом мощном режиме работы. Размеры самой системы фильтрации составляют: длина 830 мм, ширина 680 и высота 450 мм. Вес без упаковки 22 кг. В комплекте идет три вот таких вот разных вида крепежа. Как я понял, конечно, может, я ошибаюсь. Вот эти четыре кольца с резьбой вкручиваются в верхнюю крышку и, скорее всего, подвешиваются к потолку. Следующие вот такие вот зигзагообразные крепления крепятся вот в эти места, насколько я понял, с четырех сторон, либо с этой стороны, либо с той стороны, и крепятся к стене. Ну и третий вариант — это вот такие вот резиновые толстые ножки, которые будут гасить разного рода вибрации, и они приклеиваются уже непосредственно к нижней части системы фильтрации на двухсторонний скотч, если она у вас будет стоять на какой-то ровной поверхности. Пока я не решил, куда я установлю систему фильтрации воздуха у себя в мастерской, поэтому временно в качестве обзора установил ее на столе. Но в инструкции сказано, что ее нужно крепить минимум на высоте 2 метров от пола. Поэтому, скорее всего, куда-нибудь на потолок мне придется ее закрепить. Как вы можете видеть, в мастерской у меня висят автоматические огнетушители на всякий случай. Если вдруг будет пожар, они сработают и потушат его. Я на это надеюсь. Система управления очень простая. Всего лишь три кнопки имеет пульт. При помощи кнопки OFF мы его выключаем. Далее нижняя кнопка выбирает режим мощности обдува, то есть мощности всасывания и очистки воздуха. Вот, например, первый режим. Нажимаем еще раз, включается второй режим. И еще раз нажимаем, включается третий, самый мощный режим. Кнопка таймер. При ее включении 1 час можно выбрать, 2 часа можно выбрать и 4 часа работы. То есть
Поработали, включили, ушли. Через час или два или четыре она сама отключится и очистит воздух в вашей мастерской. Все, все очень просто. Воздух выходит отсюда, с вот этой части, а засасывается со стороны фильтрующего элемента. Поток воздуха очень большой, и я думаю, в летний период времени она будет служить не только очистителем воздуха, но и вентилятором в вашей мастерской. Это еще один классный плюс. Сейчас давайте же проверим, как она всасывает в себя воздух. Включим первый режим. На первом режиме, как вы видите, листок уже прилип. Что говорить о втором и третьем? Вот третий режим. Сейчас хочу попробовать что-нибудь поджечь и посмотреть, как она втягивает дым в себя. Например, при сварочных работах и так далее. Подожгем все это дело. Тушим. Включаем. Дым втягивается просто молниеносно. Это на первом режиме работы. Ну и подведя итоги коротенького сегодняшнего обзора, я хочу сказать, что на все 1000% доволен своим приобретением, так как эта система фильтрации воздуха GIP-AF25A просто превзошла все мои ожидания. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Желаю всем добра, удачи и успехов. Главное, берегите себя в наше нелегкое время. Всем пока-пока.